Верхневолжское АТП подвело итоги конкурса детских рисунков, посвященных Дню космонавтики. Награждение победителя, а также чаепитие с тортом, прошло прямо на территории предприятия. Кроме того, для ребят и их родителей была организована экскурсия по автопарку с поездкой на одном из автобусов транспорта Верхневолжья. Что увидели гости автотранспортной компании из окна «Синего Лиаза» в материале нашего корреспондента. Кириллу Пивоварову всего 7 лет, однако он уже точно знает, кем хочет быть, когда подрастет. Мальчик мечтает стать водителем автобуса и, несмотря на столь юный возраст, уже много знает об этой профессии. Водитель должен сидеть за рулем и смотреть на камеру. Все ли в порядке? Если что-то не так, то сразу нужно что-то делать. И всегда это надо соблюдать. И нужен еще и для оплачения проезда нужен куридатор. Кирилл один из тех юных жителей Твери, кто принял участие в конкурсе детских рисунков, организованном Верхневолжским АТП. Для 9 финалистов предприятие организовало экскурсию по автопарку. Детям и их родителям рассказали о работе диспетчеров и водителей, а также продемонстрировали одну из главных процедур, которые предваряют выход автобуса на линию – посещение автомойки. Отметим, что в начале февраля новой транспортной модели пассажирских перевозок на территории Тверской агломерации исполнился год. Сегодня в Твери и Калининском районе действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта Евро-5, оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле. Очень удобно. Валидатору удобно, потому что нет наличных бывает, а приложил карточку, и очень удобно. И школьный есть проезд, тоже очень удобно стало. То есть мне эта проблема вообще отпала напрочь. Я могу подойти к остановке, я знаю, что этот автобус подойдет именно в это время. Обычно не дождешься маршрутку, автобус регулярный и долго. Вот в сторону 50 октября от бульвара Нагина вообще замечательно. Замечательно ходит автобус. На каком маршруте чаще всего? 20-й, 21-й. А не так давно стало известно о запуске новых междугородних маршрутов транспорта Верхневолжья. Среди них Тверь-Осташков, Кимры-Максимцево-Тверь, Кимры-Горицы-Тверь, Тверь-Зубцов и ряд других. Об этих и других новшествах, а также о грядущих планах гостям Верхневолжского АТП в ходе чаепития рассказал руководитель предприятия Анатолий Румянцев. Кроме того, он наградил участников конкурса рисунков сладкими призами и памятными подарками.